Лайфстиллер, Найкс. Однажды жил в Лордероне человек-воришка, который, ко всему прочему, был еще и очень жадным. В конечном итоге, пойманный при попытке украсть у принца Артеса священное кольцо, он был осужден и повешен. Все же его тело, охваченное жаждой воровства, восстало из мертвых в форме чудовищного гуля. Так возник Найкс. Его старое имя давно забыто. Найкс — воплощение жажды и жадности, стремящийся к похищению жизненной силы у любого живого существа, с которым он сталкивается. Хорош, победили. Хорош. Стой. Отдай сало. Хорош. Отдай сало. Всем привет, друзья! Что ж, надеюсь, вам понравилась начальная заставочка. Как обычно, очень сильно попотел, но чтобы вам было интересно, ребят. Что ж, сегодня гайд у нас на Найкса у персонажа, который любит стилить жизнь. Соответственно, это у нас один из лучших стилеров, так сказать, жизни. И, соответственно, жесткий вампиризм от данного персонажа идет и прям чувствуется. Чувствуется вот этот отхил чувствуется, ребят. Вы уже почувствовали отхил? Нет? Тогда мы начинаем этот гайд. Поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это Rage, позволяющая нам дать на определенное время нашему персонажу неуязвимость к магическим каким-то направленным способностям, но большинство направленных способностей все же будет работать, такие как, допустим, ульт Пуджа, Find Grip, то есть, соответственно, от Ропаса Ultimate, ну и, соответственно, у Пуджа первый спелл, допустим, будет пробивать этот рейдж, но не суть. То есть большинство магии не будет работать на нашего персонажа. Этот спелл у нас, так сказать, он работает по нажатию, имеет свои плюшки, монокосты, соответственно, перезарядку. Этот спелл немного пофикшен в соотношении с другими версиями, но это 85-я карта, все равно тут этого рейджа хватает. Смотрите, в зависимости от уровня прокачки у нас будет такая тема. Рейдж будет давать по нажатии нам атак спид, плюс будет определенная длительность и, соответственно, magic иммунитет. Это я уже сказал. И будет у нас определенный КД и монокост. Поехали. Первый уровень, соответственно, прокачки у нас будет 30% атак инкриса, то есть, соответственно, у нас атак спид... Attack Speed на 30% будет увеличен, и на 3 секунды будет даваться у нас этот рейдж. На 2 секунде на 45%, и на 4 секунды длительность рейджа на 3 левеле 60% increase Attack Speed и 5 секунд длительности, и на 4 левеле 80% increase Attack Speed и 6 секунд рейджа будет у нас данная способность. И, соответственно, КД у нас 16 и монокост 75%. К сожалению, маны. Но монокост очень, кстати, приемлемый. Вот такой вот у нас эффектик происходит. Найкс у нас злится, начинает бить быстрее и, соответственно, не восприимчив к магиям. Очень довольно-таки простая тема, но есть тут такие приколюхи. Данная способность, она очень такая, ну, знаете, некомфортабельная в некоторых моментах. Когда мы, допустим, идем с дабл дэмэджем, то если мы нажмем рейдж, то мы задебафим этот дабл дэмэдж, соответственно, все. Дабл дэмэджа у нас не будет. Также не будет хосты у нас. И, то есть, если на нас еще будет гоуст навешен, если мы, допустим, защищаемся от кого-то гоустом, то этот гоуст мы также снимем, если мы, допустим, находились в нем. В принципе, очень простенькая способность. Давайте сравним, допустим, вот мы побьем нашего пуджика, вот сначала простенько так бьем, ничего ему не делаем, а потом оп, нажимаем рейдж, и Найксик у нас начинает бить быстрее. И, соответственно, он не восприимчив к магии на определенное время. Ребят, простенький спелл, и, в принципе, тут по данному спеллу все. Этот спелл нельзя с Найкса развеять, но Найкс может в нем умереть. Все же с руки ему можно дать леща. Поехали на следующий спелл. Что ж, друзья, следующая способность на Найксе очень даже интересная. Эта способность позволяет Найксу очень сильно отхиливаться. Отхиливаться будет Найкс у нас при атаках enemy оппонента. Но есть момент. Найкс не отхиливается при ударе на Рошана. Удар, если Рошану делают, удар Таврам, ну и удар по вардам. Он не будет отхиливаться. То есть, смотрите, это такой у нас вампиризм. Процентовочка. В зависимости от того, кого мы бьем, мы, так сказать, забираем жизнь у enemy оппонента в определенном проценте. Плюс эта жизнь, которую мы забираем, мы себе эту жизнь захиливаем, а enemy оппоненту ту жизнь, которую мы забрали у нее, то есть размер вот этого хила, он преобразовывается в дэмэдж, и, соответственно, то есть сколько мы отхиливаем, столько мы и наносим. То есть посмотрите, примерно у нас есть пудж, у него очень много силы. У него очень много хитпоинтов. Чем больше хитпоинтов, тем сильнее у нас будет отхил. Отхил у нас зависит от уровня прокачки. 4, 5, 6 и 7% от данного запаса здоровья. То есть, соответственно, смотрите, у меня сейчас 500 хп,
Давайте прокачаем на разочек и ударим. Смотрите, Найксом сейчас вгрызаться в Пуджа, то я очень сильно буду отхилиться, соответственно, и очень много буду ему наносить с руки. То есть смотрите, какой у меня отхил страшный. Но Пудж, конечно, пересиливает меня, потому что я как бы все равно у Пуджа там перебор 380 урона, соответственно. Ну и вот как-то вот так вот, смотрите, какой отхил. Но отхил будет становиться сейчас все меньше, меньше и меньше, потому что у Пуджа здоровье будет меньше становиться. Вот как бы вот такой вот отхил. И, соответственно, этот отхил у нас, смотрите, уже отхил меньше и меньше. Но, смотрите, если мы сделаем вот так вот, смотрите, какой у нас сейчас станет отхил опять. То есть, соответственно, почему Найкс очень сильно дамажит? Потому что он то, что забирает себе в хил, он это преобразует в дэмэдж. То есть, соответственно, у enemy оппонента хитпоинты очень сильно слетают с максимального значения до лоу значения. И вот такой вот у нас отхил на Найкс. Это не является орб-эффектом, то есть, соответственно, то есть это еще 4% сейчас было. Ребят, по уровням прокачки 4, 5, 6 и 7% на лос левеле мы будем от настоящего, так сказать, здоровья, которое в данный момент есть у оппонента, будем, так сказать, забирать и преобразовывать его в дэмэдж. Соответственно, это не является модификатором атаки, уникальным. То есть можно дезоль, можно там, что там, скади, там всякие сатаники, это все можно Найксу собирать. Но, опять-таки, не забывайте про орб-эффекты, какие есть орб-эффекты, соответственно, видосик я делал недавно, и, то есть, как-то так. Так, ребят, и что нам нужно еще знать? Данная способность у нас выключается сильверейджем, то есть, если нас какой-нибудь сларк ударит сильверейджем, то, к сожалению, мы, так сказать, отхиливаться не будем. И, соответственно, не работает у нас на иллюзиях вот этот спелл, ну и, в принципе, как-то так. Ну... По данной способности все, ребят, очень классная способность, не знаю, я постоянно, так сказать, смотрите, если, допустим, смотрите, Найкс вгрызается в Пуджа, смотрите, 7% докачал, посмотрите, смотрите, как Найкс живет, просто посмотрите, у него очень много хп, но если сейчас Пудж хп себе просадит, я уже не буду так сильно отхиливаться, смотрите, я уже не так сильно, и Пуджа очень сильно сливаю, смотрите, то есть... Я почти его убиваю, то есть у него 6к хп, я почти его убиваю. То есть, ну а под конец, соответственно, уже от хила нету такого. То есть, ну вот это особенность Найкса. Хил, который он получает с себя, он преобразовывает в дэмэдж в enemy оппонента, которого мы бьем. Поэтому Найкс очень сильно с максимальных хитпоинтов снимает того, в кого вгрызается. Ребят, вот такой вот спелл. Переходим к следующему. Этот спелл, надеюсь, вам более понятен. Чем больше у enemy оппонента хитпоинтов в данный момент, тем сильнее будет хилиться Найкс и сильнее будет бонусный урон со второй способности. Поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Open Wounds. Open Wounds позволяет нам замедлить enemy оппонента, плюс дать нам какие-то плюшки, о которых я вам сейчас расскажу. В зависимости с уровнем прокачки у нас тут улучшается именно дальность применения и колдауны. Дальность применения у нас у этой способности в дефолте 200, то есть, соответственно, для того, чтобы накинуть эту способность, нужно подойти очень сильно близко и, соответственно, накинуть эту способность. У нас enemy оппонент будет некоторое время замедлен. Как замедление работает, я вам тоже сейчас объясню. И смотрите, какие у нас основные плюшки с этой способности. Садимся поудобнее и поехали. Смотрите. С уровнем, давайте разберем сначала по уровням прокачки. С уровнем прокачки у нас улучшается КД. КД становится 24, 20, 16 и 12 секунд на ласт левеле. И улучшается расстояние, на которое мы можем кинуть данную способность. Расстояние у нас такое: 200, 300, 400, 500. Так сказать, значит, на 500 расстояние мы сможем, так сказать, закинуть данную способность. Это таргетная способность, которая у нас блокируется линкой. Соответственно, можно развеять ее, так сказать, диффузом, но есть тут еще такая приколюха, что эта способность иногда, она немного прерывается, когда персонаж уходит в тень. Это, к сожалению, всегда работало, и я думаю, многие поняли, о чем я. То есть, соответственно, если Найкс бежит за кем-то здесь, закидывает ему Open Wound, а тот успевает в тень забежать, и почему-то она немного прерывается, то есть начинает как-то непонятно работать. Но это такой мини, так сказать, нюансик, о котором мало кто знает. Что ж, возвращаемся к способности. Какая основная фишка данной способности? Во-первых, она замедляет. Во-вторых, это вампиризм. Добавляет нам эта способность вампиризм. Длительность данной способности на enemy оппоненте будет у нас 8 секунд. И в течение 8 секунд этот персонаж будет замедлен. И все мои тиммейты, которые будут бить этого персонажа, на котором open wound, они будут отхиливаться. Будут отхиливаться из
физики и с магии на 50%. Это очень классно. То есть, смотрите, как это работает. Допустим, смотрите, мы похопали немножко, все, Пуджик успокоился. Мы сейчас накинем Open Wound. Допустим, и наш тиммейт какой-то магический урон какой-то вливает. И оп, он вот так вот захилится. И Найкс также захилится. И все мои союзники будут хилиться, так сказать, под Open Wound. То есть, это прикольная такая способность, которая позволяет хилиться не только с физического урона, но и с магического. Ребят, это очень классная способность. Я не знаю, ее недооценивать. Ну, блин, я хз. Касаемо замедления, ребят, на enemy оппоненте, смотрите, мы накидываем open wound, и замедление очень сильное, потом хуже. Оп, смотрите, Пуджик уже быстрее бежит и уже совсем быстренько побежал. Как работает это замедление? Первые 2 секунды enemy оппонент будет замедлен на 70%, 3 секунда замедления будет 60%, 4 50%, 5 30% и 10% это будут последние секунды, так сказать, этого замедления, и, соответственно, самое максимальное пиковое замедление у нас идет первые 3 секунды, а потом уже чуть ниже и все. И, к сожалению, enemy оппонент уже будет бежать быстро. Ребят, эта способность у нас, так сказать, вот как бы она не работает. Допустим, если мы в какого-то крипа закидываем open wound и кидаем в него мидас, то есть у него там получается, ну, 1200 хп, допустим, у крипа, и половину от этих хитпоинтов, то есть 600 хп мы с мидаса так не захилим. То есть также это не работает на Devour и, в принципе, на Death Pact от Bonnefield Флетчера, то есть, соответственно, вы не захилитесь так. Нужно именно условие, чтобы либо бить, либо дать какую-то магию такую направленную. Но вот то, что не работает, я вам сейчас перечислил. Это Devour, у первый спелл Дума, потом Мидас, конверсия у Энигмы и Death Pact Бона Флетчера. То есть, с накинутым Open Wound вы как бы не захилитесь. Вы захилитесь вот либо с руки вот так ударите, либо нанести можно какой-то дэмэдж, допустим, магический. Запомните, 50% от хила физики и от хила с магией данная способность несет, плюс замедление и хороший, так сказать, калдаун 12 секунд, ну и монокос 110 маны, длительность 8 секунд. Очень простенький спел, ребят. В общем, это все, поехали на ультимейт. Итак, друзья, следующая способность нашего персонажа называется инфест. Инфест нам позволяет залезть в какого-либо крипа союзного, вражеского, или же, допустим, в нашего тиммейта можно залезть. И какие будут у нас плюшки? Смотрите, давайте сначала, наверное, перечислим то, что будет работать у нас, в принципе, все во время того, как мы будем в каком-то крипе. Или сначала перейдем к тому, что я вам покажу, как это работает. Наверное, давайте покажу, а потом объясню. Смотрите, прокачиваем ультимативную и бежим, допустим, ну, хочу я залезть вот в этого крипчика. Залазю. Во-первых, что мы получаем? Мы сейчас просто сидим в этом крипе, то есть мы не палимся, то есть никто не знает, что мы тут сидим, то есть, ну, могли увидеть, что мы сюда залезли, в принципе, и все, как бы, более ничего не могли увидеть. Далее, у нас тут, как бы, есть такая тема, мы не можем сейчас персонажем управлять, то есть, соответственно, и все. Что у нас тут появляются какие-то кнопочки, смотрите, контроль, соответственно, контроль, если мы нажимаем контроль, hotkey R, то наш персонаж начинает управлять данным персонажем, то есть нашим вот этим вот крипом, в которого мы залезли, мы начинаем им управлять. Но сразу же становится этот юнит видимый для всех, то есть, соответственно, это становится враг, то есть enemy оппонента сразу увидят, что он уже, его можно атаковать, видно, что там типа это Найкс там уже. То есть и все, типа, как бы вы так спалитесь, а можно вот так пересидеть, допустим, где-то переждать. И у нас тут есть еще вот этот консюм, позволяет нам вылезти с данного крипа, захилив количество хитпоинтов. Смотрите, у Фурболга 950 хитпоинтов. И если у Найкса не доставало какое-то количество хп, то мы по нажатию этой кнопки, во-первых, захилимся 950 вот этих хитпоинтов, которые были у Фурболга. И, соответственно, вокруг в АОЕ 700 нанесем дэмэдж. Дэмэдж в зависимости с уровнем прокачки. 150, 275 и 400 дэмэджа мы нанесем в АОЕ 700. То есть разлетятся мгновенно такие косточки и нанесут дэмэдж. Соответственно, что мы еще получим? Перезарядка у нас, калдаун у нас, то есть, соответственно, этой способности 100 и монокост 50. И давайте посмотрим, в кого же мы можем залезть. В Рошана? В Рошана мы не можем залезть, это, к сожалению, не работает. Представьте, если бы можно было в Рошан залезть и, так сказать, уничтожить его. В Рошана, как видите, залезть нельзя, и идем мы к Эншентам. А тут самое интересное. Мы можем залезть в Эншента. Мы залазим в Эншента и, соответственно, можем нажимать контроль. Мы нажали контроль, и, соответственно, этим крипом мы теперь можем управлять. И какие тут плюшки? Найкс
во время того, как он находится в каком-либо вот так вот в крипе, он неуязвим магически и физически. То есть он просто сидит в данном крипе и, соответственно, ничего больше не происходит. Можно, так сказать, если у вас есть радиенс, там гемы, какие-то прочие ауры, эти все ауры будут видны под тем моментом, когда мы управляем данным персонажем. То есть, допустим, вот этим сталкером, допустим, мы управляем, мы сейчас пилим всех радиенсом, и такая тема, инвентарь мы не можем юзать, мы просто, допустим, управляем этим персонажем, и все. Ну и когда будем, соответственно, вылазить с этого персонажа, нанесем дэмэдж, видели, косточка вылетела, и, так сказать, захилим себе вот эти хитпоинты, которые там в этом здоровом крипе были. Плюс также мы добиваем этого крипа. Соответственно, получаем экспу, и во время того, как мы находимся в персонаже в каком-либо, мы также получаем и золото, и вот такая вот у нас тема. В принципе, очень простенький ультимейт, очень интересный. Да, если у нас есть в команде, допустим, бара, мы можем залезть в бару, и бара бежит куда-то, и мы вылазим с бары и начинаем атаковать. Также можно, допустим, в инвизном в кого-то, в нашего союзника залезть и также перемещаться. Очень прикольный ультимейт. И, в принципе, казалось бы, это все. Но у нас тут еще есть аганим на наш ультимейт, и, соответственно, мы можем купить его. И что у нас будет делаться, я вам сейчас расскажу, чтобы не как обычно оставлять ссылочку в описании, но все равно оставлю. Ребят, поехали смотреть аганим. Итак, друзья, что ж, взяли мы аганимчик и смотрим, что у нас тут появляется. У нас появляется вот такая вот способность, она берет у нас 50 маны и перезаряжается 50 секунд. Данная способность у нас позволяет взять какого-то нашего союзника в себя, и у союзника у нашего появляется также вот этот консюм, и по нажатию, когда союзник захочет, он сможет спокойно вылезти у нас из героя, и, соответственно, у Найкса тут тоже вот есть вот такая вот способность, соответственно, которая может, так сказать, выселить, так сказать, нашего союзника из себя. То есть это можно делать, знаете как, то есть тут можно будет делать такой подсейв, то есть, допустим, опа, вот так вот сделали и побежали Найксом куда-то. Но тут такой контроль, что я как бы в соло-лобби, очень тяжело это все делать. И я нажимаю E, у нас тут, так сказать, цемочка вылазит, и у нас все хорошо. Помимо этого, когда, так сказать, наш персонаж, союзник, вот этот наш сидит, он, так сказать, в нас, он, когда вылазит, он наносит дэмэдж, то есть также разлетаются косточки, тоже наносит 400 урона в АУЕ 700, и, соответственно, я также могу продамажить. Тут реально такая прикольная тема, смотрите, как получается. Когда я захочу, я могу выселить нашего союзника, так сказать, из нас. То есть я его забираю, я его могу и выкинуть. Это первый момент. Второй момент. Нам дается 100% отхил. Допустим, смотрите, допустим, давайте вот так вот сделаем. ЦМ-ки пол лица раскрошим. Хорошо. Хорошо. Делаем ре. Запихиваем вот так вот нашего союзника. И Найксом сейчас прикажет, так сказать, атаковать нашего пуджика. Вот так вот атакуем. Допустим, уже должно хватить. И цемка вылазит. Но странно, почему-то тут не работает вот эта тема. Почему? Подождите. Передаваемое лечение 100% написано. Странно, почему? Может, это как-то в лобби у меня так криво работает. Но приколюха такая, что герой, который находится во мне, он будет, так сказать, отхиливаться. Блин, как это тяжело тестить-то. Он должен... Боже. Сейчас, подождите, я хочу Open Wound накинуть. Я не могу Open Wound накинуть. Страшно. Короче, персонаж, который находится во мне, он должен отхиливаться в тот момент, когда он находится во мне именно, ребят. Так что это должно работать именно так. Помните, некоторые видосики вы видели, да, но это там другая платформа, то есть цемочка берет, там ультует, да, и Найкс ее... забирает, так сказать, в себя. И Найкс такой с ультимативной побежал. Но тут это, к сожалению, не работает. Это я уже миллион раз показывал. Тут сразу, так сказать, все отменяется. И все. В общем, это такой же ультимейт. Получается, аганим позволяет нам возможность запихнуть в себя. То есть, как бы, ну, в принципе, такое же применение, как и Найкс, допустим, в крипа залазит. Ты не можешь управлять, у тебя работают ауры, гемы всякие там, всякая тема другая. И, в принципе, все. То есть, ну, как бы, как-то вот так это все и работает. Ребят,
В принципе, все, я вам объяснил, как действует у нее тут, у него, у Найкса, соответственно, агоним. Не знаю, почему не работает вот этот отхил, может, я что-то делаю неправильно, поэтому, ребят, напишите в комментах, но герой Плоголазого Союза, пряча его внутри, проглоченное существо излечивается наравне с самим героем. А, я понял, то есть, а если мы сделаем вот так вот, то есть, смотрите, излечивается наравне с самим героем, а если у меня full хп, соответственно, я не лечусь. Получается так, да, и если мы будем бить, да-да-да, вот так это работает, вот, вот, то есть, соответственно, можно так союзника тоже подхилить, вот, я нашел решение данной проблемы, то есть, если у Найкса уже есть пол хп, о, фулл хп, то есть, соответственно, у нас цемочка так не отхилится, то есть, вот такая вот приколюха у нас с аганимом, разобрались, ребят, в комментариях не надо писать, я же для вас все эти тесты и делаю, в принципе, чтобы вам было понятнее. В общем, ребят, вот такой вот у нас сегодня гайдик получился на Найкса. Аганим Найксу, в принципе, ой, его выложить нельзя, это страшно. То есть, самая приколюха Найксу аганим, это если его дать алхимикам. Это будет прикольно. То есть, в комбинации бежит бара, такое, знаете, мы забираем кого? Забираем ту же ЦМ-ку с собой Найксом и залазим в бару. И втроем один персонаж стоит, а там три персонажа. А еще там Феникс нас заберет в кокон, потом в четыре персонажа. Но там четыре не умрут, умрут только те, кого Феникс именно забрал. То есть, если он заберет, допустим, ЦМ-ку, ой, заберет, допустим, ну давайте так, заберет он бару, суперновой заберет и умирает Феникс, то бара у нас умрет и мы выпадем, я выпаду с бары и ЦМ-ку я также могу выселить, то есть это именно так будет работать, так что не надо задавать вопросы такие, ребят. В общем, надеюсь, вам этот гайд понравится и, ну, кто хочет, можете поставить лайк. Все, на этом я прекращаю, так сказать, свой обзор сегодняшнего персонажа. Вроде ничего не упустил. Очень прикольный ультимейт, хороший третий спелл, очень сильный отхил со второго и прекрасный рейдж. Ребят, все, всем приятного рассмотра и поехали смотреть этот гайд. Ну что, ребятки, начинаем каточку, каточку. Короче, будем стилить, как бешеные собаки. Ребят, всем за позитив. О, Том Хиллс, подписчик. Том Хиллс, подпышничник. Так, баним сразу кого? Кого не любит у нас Найкс, но тем не менее все равно его выигрывает. Сларка баним. Ескутка, ескутка, ребят. Будем стилить, поэтому берем животнича. Sufficient gold, нам не хватает золота. Но берем животнича, чтобы стилить. Умри, пак. Рандом. О, сейчас лив будет, походу. На визаже. На визаже не сможет. Пацан. Так, а что по латенсу? 25 латенс хватит нам. Что ж, ребят. Призваны всю жизнь воровать. Так сказать. И поэтому будем и тут воровать. Что поделать? Будем воришками. Будем воришками в этой каточке. Ничего страшного, ребят. Это гайд. Должно быть весело все. Максимально так берут, смотрите. У нас берут хусика. Хускарчик очень страшно вырубай. Но это не менее страшно. Поехало. Залез Найкс, типа, на 85, ты серьезно, братан? Че прикурил немножко, наверное, да? Таком дунул перед каточкой, такое, честно. Игнориал, ну го-го-го. Да хоть игнориал. Я про, мне можно. Поверь. Поверь. Ну, ребят, ну я не знаю, как вселять в ребят надежду. Надежду в ребят, как вселять, если не верят. Не верят, что тут изикатка. На самом деле, Найкс это такой персонаж, который, во-первых, это полуметовый персонаж на 85-й карте. Почему полуметовый? Потому что эта карта файтингов. И на Найксе тут, конечно же, самый кайф. Ты за драки. Найкс, как бы, у него всегда драки успешные, у Найкса.
он очень сильный, этот герой тут. Плюс, что тут изменили, тут можно залазить в эншентов с помощью ультимейта. И, соответственно, я вот вчера играл на стриме, 43 фрага оформил. И у нас был такой момент, что там был Сларк с Хиксом. И, соответственно, было очень тяжело, потому что есть вероятность того, что если мы идем просто по линии, пушим, то на меня нападут и меня быстро убьют, потому что там могли меня за хек зафокусить. Я залазил в крипа и с радиенсом шел по мидлейну, мы пушили, на пассиве пушили, и это прокатывало. То есть такая мета, то есть это, можно сказать, метовый персонаж через радиенс, это само то, тут прям вот просто прям вот заходит. Вот. Так что, скорее всего, в этой каточке пойдем через радиенс, but we have Huskar versus Nikes, radiance is not profit. Что ты несешь, да? Ну как же ж без тиника там моего сладенького? Ну как же без камешка? Как же без камешка? Как же, ребят, без камешка? Ну я пойду на мид, я с ним постою нормально. Он там, он думает, он там, эй, я профессионал, бе, я выиграл, бе, а там изи, бля. Вот это все. Так что, ребят, сейчас посмотрим, что получится. Ну по пику, в принципе, не страшно. И камень бы зачем в зал штрафный, вот так напиши. Томир, что такое Томир, ребят, напишите в комментах, я не знаю, что такое Томир. Так, Томир. Гоу, топорик, щиток, хилочка. Поехали. Ребят, на рунку. Мид я не выиграю, если честно. Я мид беру, чтобы по фарму просто не отставать, по экспириенсу. И все нормально. Делаешь армлет, фазы, и пошло. Тупо в радиенс. Файтинги в радиенс, правильные раскачечки. Второй под максим, потому что с помощью второго, чем больше мы отжираем, тем больше, соответственно, и забираем хитпоинтов. Так что... это по кайфу, такой бонусный дэмэдж, можно сказать. Гоу, ребят, вот сюда. Томир. Что такое Томир? Ребята, я надеюсь, это не мат какой-то. Томир, это мат. Мне моделька Nikes тут не нравится. Да то Томир, непонятно, что это. Моделька Nikes тут какая-то тоже мне не очень нравится. Ну, прошлая моделька тоже не очень нравится. Этот пойдет. Этот нормальный, ребят. Так, ну что? Готовы драться за руну? Файтинги за руну, не знаю. Акс у нас тут и Бара. Возможно... на русском есть Ли. Если переводить, понял. Понял. Так, Хускары. Хускары можно загрызть. Бар, если набежит, типа, ну мы его закусаем. За ноги прям по-страшному. Гоу, закусаем. Наперед него переходи. Подблочивать, если что. Бей тоже, сейчас же замедление пропадет. Хорошо, Томир, давай, Томир. А, маны нет, ну вы держитесь, да? Ну лоу хп, пацан остался. А если это приведет к смерти, то это бан. Цебан. Братан, это цебан. Если вот такое действие, как сейчас сделал Тини, приводит к смерти оппонента союзного, то ГГ, это бан можно получить. Если что. Томир. Оп, это мой Крипиус. ВТФ. Нет, я не готов ливать. Уф, страшно вырубаешь, аж так пролагало-то. Давно, кстати, не лагал. Давно пора, да? Так, Томиры. А чё я не отхиливаюсь? Что такое Томир? Меня прям заинтересовало это слово. Я прям возбудился. Внешний возбудитель. Сработал. Так, ну, вот это. Оп. Не души, брат. Больно. Оп. Nikes'ом по кайфу фармить. Ребят, мидлейновский Nikes на 85-й карте — это норма. Если там кто-то будет что-то говорить, это норма. Тем более в Эстине это очень даже неплохо. То есть я, в принципе, тут себя комфортно буду чувствовать. Вон, смотрите, как его кусаю.
То есть ВС этого, ВС химика тоже, это норма. Так что, ребят, расслабьтесь, кайфуйте и смотрите. Но если вы пойдете, допустим, Найксом на мид против Вайпера, конечно, вы мид восрете. То есть тут на мидлейн вообще ходят по контрпику. То есть, допустим, ты шо, дай я тебя укушу. Ты шо, дай покусать. Он может меня закинуть. А, не может. Оп, укусил за ножку. Вот тебе и все, вот тебе весь тини на миде. Ну ты Тамир, а ты что думал? Сказку попал. Ты что думал, сказку попал на своем сложном герое. Еще и бара. Да бара-то. Даже добежать не успел. Тамирчик. Все, есть фазы, это хорошо. Фит-контор работает. Так сказать, алло, да, здравствуйте. Я заказывал одного тини на мид пофидить. Не могли бы вы его прислать? Можем, да, ожидайте. Ваш заказ принят. Спасибо. Спасибо, спасибо. Да, да, как вы заказывали пофидить. Угу. Хорошо, спасибо. Доброго здоровья. Бан за фит. Да, бан за фит. Це бан. Ну так вот, ребят, такие вот тини на миду становятся. Ну тини, кстати, там 70 ВР на 5К, если чё. ХЗ. Релакс and go. Чё там у нас скоро? Скоро будут кнопочки. Насчет качать ли ультимативную на 6 левеле? Конечно же качать. Как правило, ультимативная может спасти как не только как не только как помочь раздамажить, но еще и спасти задницу, ребят. Не стоит об этом забывать. Голд крипчика добьем, не хочу Кате ее отдавать. Кате, вот она, Ката. Катя. Катя. Так что, ребят, вот такие вот дела. Так. Ну что, Тамир. Оп, загрыз. Найкс грызет прям. Прям страшно, вырубай. Дай ударю. Дай еще ударю. Сейчас приду тайтема, буду вгрызаться. Тайтемы не приехали еще. Оп. Еду тайтемы уже, да? Вижен бы еще. Оп, кусь. Кусь. Биротан, го, подеремся немножко. Хорошо. Укусил за ножку. Все, размаксили второй. У него армора нету, он очень слабенький, тини. И не очень слабенький. Он, наверное, даже не ожидал, что я его так хорошенько принижу на центральный. Раскачка, я макшу второй, ребят. С помощью второго спелла мы отжираем как можно. Посмотрите, я крипа пол хп стычки сношу. То есть я от его хитпоинтов отжираю половину. То есть это очень много. И смотрите, как я просто хилюсь. Я хилюсь как животное. О, ты что, сгорел на работе? Ну так где? Фит-контора просто. Братишка, ну это фит-контора. Чего у нас там не хватает? Вот этой темы не хватает, да? Хорошо. Армлет есть, это хорошо. Ноль латенция, думает, меня сейчас кикнет, что ли. Ладно, гоу. Есть, ВЦ, делаем вот так вот, еще С. Нужно будет сейчас крипа залазить, потому что такие хитпоинты... Что там лежит? Я не вижу. А, руна сейчас будет, то, что он типа... Янс фун сынс мэнс ду. А, я понял, что янс фун сынс ду. Я понял, он лаги включил себе. Овнинч. Оп. Че, ребят, хилочку юзаем или нет? Но он меня с прокаста убьет на тине. Он сменсду. Понимаете, да? То есть идешь на руны, а тут тебе такой подгон. Опен ваунд в двоечку, в троечку надо будет брать, ребят. Кусь. Он может откинуть, да, это давно всем известный факт, что в рейдже Найкса можно откинуть. Это очень даже
Понятненько. Вот так вот. Вот так вот. Хорошо, в Radiance, ребят, выходим. Что там, кстати? 0.9 доминируем. Ну, изи катка. Хз, у меня стата обоссанная. У меня там 2, 4 на... Подождите. 3 вина, 5 лузов. Но меня кикало, короче. Я тестил модельку SF-а Фаерлорда, которую сделал ДТБ. Он мне скинул. Говорит, типа, вот, все рабочее, говорит. Хорош фидить, а? Хорош фидить. Что за фид-контора? Что за фид-контора? Там мой подписчик бедный. I will learn Vampiric Aura. Я выучу, типа, говорит. Хорошо, прокачаю. Манку таскаю себе, ребят, очень активно. Стоим с Тиником. Тиник максимально фидит. Ну, как договаривались потом. Спишемся, как говорится, денежек тебе дам за фид-контору, чтобы гайды были хорошие. А то мне же говорят, я же обузи на гайдах. Погибаю. Это смешно, ребят, звучит, когда говорят, что обузи на гайдах. Ребят, в общем, что по Найксу? Найкс вообще очень хороший персонаж, который может игры реально переворачивать. Не стоит недооценивать этого героя. Реально, потому что это очень сильный персонаж. Очень сильный. У него есть БКБ встроенное, у него есть вампиризм. Ему докупаешь баш, делаешь немного дэмэджа, и все, данный персонаж становится крайне опасным, Вася. Серьезно. То есть, ну, то есть тут гадалки не ходи, маму покорми. То есть, можно тут еще комбо-вомбо делать. Вот он бежит. Сладенький мой. Кириешка моя. А, я вспомнил, мы Найкса Кириешкой называли когда-то. В свое время. Еще кусочек пришел сладенький. Да его тоже можем убить, бро. Чардж делай. Чаржись на него. Ничего страшного нет. Гоу. Эх, чуть-чуть не достал. Ну, если бы чуть-чуть раньше нажал, была возможность чуть раньше сделать все. Была возможность немного не воспользоваться. На 11 левеле, ребят, ультимейт я не качаю. Я докачиваю первый, третий. Потому что сейчас я даже ульт не юзал. Не было такой возможности. И поэтому я как бы не докачиваю. То есть есть такая вариативность. Так, что тут? Боунс Джуси. Умирает он. Ой-ой-ой, ризрачок. Не, он уже наверх туда. Улетел. Там Хелс, это мой подписчик, я знаю. Мой подписчик. Ну, я не знаю, такая катка чисто, походу, будет фановая, ребят, для вас. Первая катка, как-никак, и... Ой, крипа не добил, лох. Смотрите, кстати, какой у меня крипстат. Очень хороший крипстат на данной минуте. Идеальный крипстат вообще против хорошего мидера 53, где-то 30. Это примерно стандартный, нормальный, так сказать, крипстат. И, соответственно, сейчас у меня очень хороший крипстат с мидлинии. И вот к этому нужно стремиться, ребят. То есть это не лучший крипстат, конечно, но очень хороший. Это выше среднего крипстат сейчас, который я имею 65 на 5. Это очень хороший КС. Так что вот Найксом стоим, так сказать. И вроде пердим стоим, а денежки-то капают. Денежки капают, рубим каточку. Радиенс делаем. После Радиенса пойдем. Пойдем после Радиенса куда? Пойдем после Радиенса лесочек немного попинаем. Возьмем что-то такое. Либо Дагер, либо Сильвер Эйдж. Что там у нас вообще? Пассивки. А, раз. Да, Сильвер Эйдж можно взять, ребят. Сильвер будет очень хороший предмет для данного персонажа. Не бьем. Оп. Раз, два, три, четыре. Боже, как же я убиваю всех. Размаксил второй, очень много хп. Я сразу с двух тычек я снимаю очень много хп. Там бонусный просто нереальный. Там нереальный. Там даже сам Капоне говорит. Нереально. Артемка молодец, не осуждаю его. Ребятки, кстати, пока мы бьем вот этих прекрасных крипов с промахами, хочу вам напомнить, что стримы каждый вечер, 7 часов вечера. Залетайте, ставьте лайк, кому нравятся мои трансляции, кому нравятся вообще вот такие вот гайды чисто, ну, показываю что да как, что ты не можешь, что Найкс может, соответственно, и
Если кто-то хочет чему-то научиться, смотрите мои видосики, смотрите то, как я это делаю, то, как я пытаюсь это делать. Если вдруг у меня не получается, конечно, не все идеальны, но, как видите, заходит Свен. Как видите, да, это, в принципе, более чем, ну, интересно. Геймплей это интересно, гайды это интересно, всегда какие-то истории красивые для вас делаю, ребят, стараюсь, чтобы вам всем угодить. И если кому-то в чатике, опять-таки, не отвечаю на трансляции, к сожалению, извините, типа, всем я не успеваю просто физически ответить, потому что вас очень много заходит на трансляции, по 500, по 400 человек собирается, это, в принципе, для меня это очень много, и как бы, ну, как бы вот так вот, как бы спасибо вам за такое, так сказать. Так, ребят, ну не знаю, рейдж снимет мой дабл дэмэдж. Побежали. Раз. Два. Прости, братишка, я знаю, что ты мой подписчик, но тем не менее. Оу, ты где? Подожди, опенваунда. Подождем. Все, пора юзать. Дай залезу. Эх. Дай залезу. Не дал мне залезть. Так, ну где мой радиенс? Хорошо. Но слишком много их что-то тут было. Я не добил Тини, хотя я микрил, то есть пробежал, ударил. Я хотел так сделать. Немного не дожил я. Но ничего страшного. Один раз умер, подфидил, так сказать. Даем надежду пацанам. Сильно я занаглел тут, но нету вижена. Да. Не дал он немного мне. Залезь сейчас, вардики поставим. С вардиками там можно было оценить ситуацию получше. Я, если честно, не думал, что... Ну, можно было и в Ризрака, в принципе, вгрызться, но не факт. Там замедление он повесил очень, так сказать. Attack Speed и Movement Speed был очень сильно замедлен. Поэтому, ну, как бы единственным вариантом было это, конечно же, залезть в Леорика, что, соответственно, я попытался сделать, но... Недорасчет, ребят. Что? Есть Radiance. Продаем щиток. 4 варда. Ну, 3, ладно. Ладно, соврал, что 4 взял. Go, open да докачал. Open wound, вообще классный спел, ребят. Я просто с него кайфую. Это один из топовых спелов, который позволяет хилить не только, так сказать, себя и своих тиммейтов, но и магический вампиризм. Это просто нечто. Так, ну что, ставим один дефолтный вард. Дефолтный вард ставим. О. Стой. Ты не убежишь. Хорошо. Ты не убежишь. Сейчас рейджа надо дождаться. КД рейдж. КД рейдж. Open wound еще долго будет, да? 120 мана, у него мана нету. Укусил. Укусил пацана. Иди сюда. Хорошо. Хорошо. Просто занаглел. Найкси, челик. Том Хиллс там. Он сразу фастинч. Ребят, ну неужели будет 15 минуточка? КЗ, походу 15 минуточка. Спасибо за подписку. Да, ребят, подписывайтесь. Ксенозес. Канал в Ютубе. Сразу скажем, так сказать, чтобы отработали свою рекламу. Сорян, если что. Найс, реклама. А чё нет? Ну а чё делать, если никто меня не продвигает? Я сам себя хочу продвинуть туда. Что поделать? Что поделать? Так, ну что, 3К есть, можно поесть. Уплотняемся или... Гоу. Так, курочка полетела. Гоу тогда... Чё у нас там мана у кого есть? Ребят, ну просто так бегаю.
Shadow амулет. О, альбатрос. Так, есть. Топорик, ребят, по вопросу топориков очень много бывает. Стоит ли топорик оставлять? Я оставляю топорик, блин, он, ну, вот просто в некоторых моментах топорик очень много помогает. Я стараюсь его в максимально крайний момент выкидывать. Честно. Так, ну что, гоу на, так сказать, к ребятам придем на чай. Лотар не будем юзать. Оп, укусил. Гоу. Идем кусаться. Укусил. Вот этого пацана укусим, гоу еще. Хорошо. Боже, какая же обоссывальня, честно, ребят. Это очень жестко. Го-го-го, да наглеем просто, наглеем, бежим, Вася. Рейдж сразу нажимаем, чтобы нас не простанил. Ай, какой сильный акс у нас, смотри какой. Какой сильный акс, прыгает, кнопка нажимает. Два фрага забирает, хорошо. Ну страшно, страшно, ребят. Прям вообще изикаточная тема. Так сказать, гайд на Найкса, но... Хочется какой-то пот, как вчера на стриме был, да, 42 фрага, когда минус один, тиммейтов не хватает. А тут как-то скучновато. Не, далеко, Б. Странно, что Бара не побежал туда, как обычно. Обычно бывает, Бара Трума бегут просто нон-стоп его. Сразу Сильвер, ребят, возьмем. Сильвер, а потом молнии обычно какие-нибудь берутся и все. Сильвер, молнии. Ой-ой-ой, поймал двоих, поймал. Ладно, гоу, вот этого пацана. Я сначала вот этого. Он может улететь. Хорош. Пойдет. Сильвер докупаем. Хорошо. Оба. Биротан. Дай укушу. За ногу укусил, прям страшно. Три тычки. 200 демеджа, ребят. Я не знаю, Найкс это что-то страшное. Что-то страшное. Знаю, что ты мой подписчик, да, конечно. Ну, я обычно, не знаю, рандомно ты забурился или нет. Типа, обычно за мной кто-то постоянно фуловится. Но, типа, не знаю, смотришь ли ты гайды целиком, но мне тебя реально жалко, потому что тут... Ну, я тут ничего не сделаю, к сожалению, так получилось, что ты залетел, можно сказать. Ну, загрешит КГ будет. Все, пассивку вырубили, бьем с руки. Хорошо. Том Хиллс. Подпышничник. Так, ну Тини, наверное, не ожидал, конечно, такой обоссывальни на мидлейне. Я, наверное, думаю, что он в шоке. Хотя, по моей статистике, тут... Ну, не говори. Тини. 70 ВР, 5К. Хорошо. Silver Edge классная тема. АП Абуз. Какой АП Абуз? Это ТБшка. Это ТБшка. АП Абуз. А, в смысле, он АП Абузил. Понял. Ну... Дети. Что пишет? Что пишет? Я ору. Ни одной АП. Он для ТБшку. Парень играет. Ну ничего, бро, да не ругайся ты так. Это всего лишь игра. Шо ты так? Так ругаешься. Керасу можно сделать. Можно Абиссал, ребят. К таким айтемам только не хватает Абиссала на самом деле. Можно молнию сделать. Молния один из таких предметов, на которых я очень часто собираю, потому что с помощью молнии можно
душить. Дети мусоря. Не знаю, страшные вещи пишет парень. Кого задушим, пацанов? Иди сюда, сладенький. Эх, печально. Так, ну что, ребят, вот такая вот у нас первая каточка, каточка на Найксе. Я постараюсь next катку сделать более потную, я не знаю, потому что тут, ну, изи, мидлейн у Тини просто разнес в мидлейне Тиника. Парень просто в шоке, и я хз. Что тут еще добавить? Изи катка, ребят, ну, я не знаю, за такую катку лайк я даже не попрошу, потому что это очень легкая игра была, на самом деле. И go next, следующую пробовать. Пробовать next катку. Катка на Найксе. Так, ну что ж, ТБшечка, поехали Nex'ом. Next'ом, ребят, берем Найкса. Спрашиваем, куда? Куда Вокер? Мидлейн? Вокер мидлейн пойдет или шо куда? Чишо. Шо чишо? Я мид пойду. Юля, ладно, иди. Ребят, пойдем тогда куда? На ботом лейн. Я ботом пойду тогда. Я ботом пойду, уступаем пронишке. НЗ, НЗ. Ребят, уступайте всегда. Вот персонаж, как бы инвокеру, инвокеру 100% надо. То есть, если идет вариативность. Вот смотрите, кто пойдет на мид? Скорее всего, сикер. Вес сикера мне будет комфортно стоять на Найксе, но и тем не менее. Смотрите, какой прикол. Так. Так, ну-ка, цыц. Сейчас мне мут даст, да? Ну ты хорошо. Хорош. Ребят, в общем, смотрите, в приоритете, конечно же, инвокеру идти на центр, потому что инвокеру нужен экспириенс, ему нужен очень высокий уровень, но единственное, инвокера будут, очень сильно гнобить баратрумы всякие. Ну и не знаю, какого там скилла инвокер, какой силы он, так сказать, игрок, и, соответственно, ему, конечно же, мидлейн все равно в приоритете, потому что у него герой такой. Я иду обычно на мид, смотрю, ага, некому на мид, да, на Найксе на мид, кстати, ну, самая топовая тема, потому что ты экспу очень быстро, быстро поднимаешь, и плюс у тебя мид будет, скорее всего, ну, в 70% успешный, если там будет милишник. Даже VS Найкса очень, очень, ну, ой, VS Найкса, VS Тини, VS Сларк очень на Найксе легко стоять. Так что, ребят, ну, вот так как-то. Так, ну что у нас по пикам? Spirit Breaker, Shadow Priest. Нормально, нормально. Сейчас будет интересно, будем опять затаскивать. Зашел на ТБшку, ребят, у меня ливы. Поэтому пришлось вот к вот этому челику фоловиться на ТБшке, потому что, опять-таки, я повторюсь, я тестил модельку Фаерлорда, и, соответственно, меня подропало, а денежки сливать на, так сказать, на убирание ливов я не хочу, соответственно, я хастовать каточки не могу на своем фейковом аккаунте, с которого я пишу гайдики. Ребят, в общем, давайте. Что мы делаем в этой катке? В этой катке, я не знаю, мне так нравится страта через Radiance. Ребят, ну, пожалуйста, позвольте мне еще раз ее собрать. Просто, это, блин, это кайф. То есть ты собираешь... Ты собираешь Radiance и... Ты просто счастливый человек, который забегает в лес, берет вот здесь вот все кемпы вот эти, сагривает, и все хорошо у него становится. И реально, это кайф. Так что, ребят... Ну, я не знаю. Go for B. Go for B. Yes. А. Да мы можем. Мы можем. Я... I will learn open wounds, так сказать. Я прокачаю open wound, типа, go. Даулат, хост. Даулат. Чё, попробуем руну забрать? Поворачиваем карту. От ЕСов. Всяких. Хорошо. От ЕСов всяких карт поворачиваем. Так, ну я иду на бота. Ох, злой какой. Я ему в ПМ напишем. Злоу. Блин, инвейлд юзер. Я, как обычно, коряво написал. Инвейлд юзер, он злоу там. Такой сидит, злится, типа, досталь бит от Найкс би. Тролль бит мин би. Ничего страшного. Так, ну, качаем второй, все, дошли до крипов. Дитка сливаем, мы в хейле как-никак. Слили деда. Вот этому пацану можно было дать тычку, но уже не даем. Так, тяжелый будет лейн, походу. Так, Рубик, пожалуйста, не добивай только. Найс, крип добил. Добили. Не даем экспу тут.
Даем. Тут нужно будет стик, скорее всего, будет у нас тут колбой поливать. Цемочка. Скорее всего, мне крипчиков надо добивать. Оп, один есть. Оп, второй есть. Хорошо. Ну, линию сейчас на себя перетянем. Может, сапожок взять? 300 голдишки есть. Оп, есть. Хорошо. Гоу. Опен ваунды прокачаем. Открытие ран. Прокачали. На ласт хит крипчика перетягиваем. И все равно, смотри, что делает. Ляша задрот делает. А можешь закинуть, братан. Хорош. Опен ваунда дам. Или не дам. Не даю. Не дает Найкс опен ваунда. Лох на Найксе какой-то. Ну, хрен с ним тогда уже. Так сказать, не будем сильно париться по этому поводу. Не дали и не дали, хрен с ним. Деревица рубим, главное. Деревица рубим и поехало. Еще один телекинез. И... О, там у нее брейсер и... Брейсер и два вардика. Это очень страшно врубать. Так, берем сапожек. Ребят, стичок. На стичок не хватает нам. Потому что тут активная линия. Будут все же какие-то кнопочки нажиматься. Там все же как бы не... Не бот гейминг. Так, а ты, я что-то не понял. Ты что? На легионах на своих. Что на своих легионах тут творишь-то? На, тычку тебе. Поджопника. Оп. Можно его убить. Я просто линию очень сильно запушил, потому что стараюсь отхиливаться с крипов. Гоу, подеремся, да? Она чистит вторым. Я поэтому не хотел накидывать. Чистит вторым спокойно. Оп. Забрали. Гоу, фазы тогда фастом сделаем уже. Не будем стик тогда брать. Понимающие ребята. Решили загангать. Гоу немного подхилимся. Но могли, кстати, если бы меня Тэшка начала бить. А Тэшка могла меня начать бить. Потому что я очень близко был к Тавору. И типа могло получиться так, что меня мог бить Тавор. Сейчас фазы возьмем. С фазами будем быковать тут. Потому что без фаз тут довольно-таки проблематично будет. Хорош, добил, молодчина. Оп, я тоже добиваю. Гоу, купим один Blade of Attack. И желательно были, ребят, линию, наверное, попустить надо бы назад. Лаги у пацана. 35 латенс поставь на Есе. Челубей. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Вот не будьте такими какашками, ребят. Он идет мид сливать целенаправленно. А на топе что, соляра, да? Потма. Ой-ой-ой, я бы там так покайфовал на этой линии. Слушайте, а можем, да? Гоу, 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 гоу. Рубим деревце. Замедляем. Ладно, бьем сначала. Потом замедляем. Все, закинул. Убью, убью. Давай, 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 Рубен. Работаем. Эх, ну как так? Рубик хотел оставить, да, но вот как получилось, легион подошел, подсейвил. Ничего, ребят, бывает. От этого мы ни хуже, ни лучше стали, мы же не умерли сами. Мы же ни хуже, ни лучше не стали. Рейдж в разок, чтобы колбу снимать. Все, фазы есть. Четвертая минута, дефолтный, ну вообще 3.50. Дефолт на фазы. Но видите, как выходит. Я хочу линию эту пушить и забирать еще с леса что-то. Если честно. Я уже очень мобильный стал. С помощью своих, так сказать. Опача. Опача. Дай укушу. Укусил за ножку. Мистер Кукуруза. Кукурузу укусил. Понимаю. Так сказать, не зря пробежался. Зафармил крипчика. Оп, хорошо. Оп, хорошо, укусил. 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 Убейте Еса, пожалуйста, ребятки.
А что, видно СТ? Лол. Нет. Так какая разница, какой СТ, ребят? Ну, зачем вы так? Если человек нервничает, не попадает, не значит, что он там плохой игрок или еще что. Он просто немножко нервничает, ну, не везет. Вы же понимаете, что тоже от доли везения зависит, конечно же, исход всяких ару вот этих. И доля везения, то есть человек тоже там неправильно подумал, тоже ошибся. То есть, а как вы, зачем вы так душите? Я ударю тебя разок. Я не хочу. Не хочу ругаться с тобой. Но next time придется уже рейд жать, чтобы выживать. Не дадут. ХП слишком мало. Надо хилку тащить. Хилку тащить. И желательно хелм купить. Сикер на спидах. Давай, 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 давай. Рещи, рещи, рещи. Меня же видно по карте. Крипчик добить. Придется рейдж нажать, и не добил крипа, понимаю. Ну, шестой левел нужен срочно. Оу, да у меня же тут таверна. Тавернелла. А нет, еще живу. А, там же Найкс может. А, меня ж видно. Тьфу, Найкс. Немножко не дожил я до полайвела. Ну ладно, сходим на базу таки. На базу. Гоукуру отправим, чтобы она уже хилочку туда донесла. Я ТП-шку завязаю. Немножко, да, ребят? Ну, армор меня спас. Спас армор и то, что у ЦМК не было маны уже. Все, регенимся и гоу. Регенимся и гоу. Так, 600 хп будет, можно ТП делать. Все, поехали. Отлично. Можно ТП-шку, ребят, немного раньше нажимать, чтобы... Ну, видите, я пришел, мне фул хп, все хорошо. Ты что там, я деревья рублю, как Майкл Джексон. Ту-ту-ту-ту. Слушай, ну тут типа без вариантов. Я буду грызть. 120 маны, ничего страшного. Ультимативно вкачиваем. Тут без ультимейта страшная линия очень. Гоу его тоже. Телекинезис сейчас будет. Тушим пацана. Не, я не вытащу дэмэджу. Маны нету. Хорошо. Такой неприятный легион. Начинает тоже драться, начинает отхиливаться. Причем он так неприятно отхиливается, если честно. Он начинает просто... Тык-т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 ык. Вроде ты его убиваешь, а вроде не убиваешь. Эй, братишка, не надо. Блин, мне ману сбили. Опа, бара. Бара-бара-бара. Бери-бери-бери. Легион дуэлечку вкачал. Ребят, ну тут я не помогу уже. Блин, стик бы. Вот она, это ару. А мы так вот сделаем. Мы злостные керри. Мне на армлет, ребят. Не обижайтесь, пожалуйста. Мне на армлет. Мне на армлет. Скорее всего, есть легион, но уже дуэлька там маленький. КД 40, по-моему. 50 или 40 секунд. Точно не помню. По-моему, 40 секунд. Так, стоп. Вот это бери, вот это бери, вот это юзай, вот это бери, вот это продавай. Вот так вот. Все, хорошо. Все, ждем ману, пополняем. Так, Еса забегает у нас, чаржем, баратрум. Ес что-то должен делать, относ от баратрума, отлично, качественно. У Еса есть кнопка, у Еса есть эхослэм, но Ес тянет. Ес не знает, что делать, а мог убить. А там иллюзия дазла, а вот это вот я прогулял, конечно, там иллюзия дазла. Вот оно что, ребятки. Ес, эхослэм в одного, не убивает, не убивает. И скорее всего будет умирать, бара чарж, но там монлайт. Монлайт от Priest of the Moon, Priest of the Moon, Priest, боже. Priest of the Moon. Опа, Кристал Нова. Го-го-го. Грызу, братишку. Молодчиночка у нас на Рубике. Прям красавчик. Отсопорчивает на все 100. Го, манку. Манку надо, манку. Прям молодчина. Ну, 4-0. Изикаточно. Идем. Так сказать. Poison Touch. У-у-у. А какой левел? Шестой. Фул хп есть. Можно поесть. Отходим.
Отходим. Товарищи, друзья. А ты что так наглеешь? Братан, ну как бы меру знай. На дазле на своем. Кресты ставить надо. Все, я дальше не пойду, меня очень сильно замедлит сейчас. Плюс там всякие легионы подойдут под тавром там. Стоять никого не стоит. Хорошо, косарик есть сверху, ребят. Юзаем маночку. Манки не хватает. Стик бы, конечно, мне тут зарешал, потому что он бы уже окупился 300 раз. Но что-то впадло прям, ребят. Но не пренебрегайте. Не, так сказать, не идите по моим ошибкам. Так сказать, возьмите, купите себе стичанский. Кстати, заметили, меня никто почти не гангает. То есть вот преимущество того, когда ты не в стриме и когда не знают, кто ты. Типа, ну, обычно если там, о, узнали, он там стример, он там что-то записывает, ага, надо его загангать, типа, показать, какой я сильный, типа, убить его. Так всегда это работало, ребят, ну, к сожалению, вот так вот, видите, как-то так. Так, рейдж, у нас двоечку. Пофармируем, гоу. Можно армлет, в принципе, даже сильно не выключать, но я иногда вот, но сейчас вот я выключу, потому что мне уже дэмэджа хватает. То есть я стараюсь как-то подобуживать. Обузим немножко, вот, типа, армлетиком. И хпшки мы не теряем, и, соответственно, и дэмэдж вносим. Тут не будем вырубать армлет, потому что дэмэджа не хватит, чтобы убить. Вот, все, вот так вот, оп, все. И у нас хотя бы еще 600 хп осталось. Так, ну тут у нас еще идут ребята, давайте мы зайдем им в спину. Опа. Ого, подеремся. Хорошо, я залез. Не буду вылазить, пока крест. Теперь вылезу. Армлетим. Армлетим. Успеваем. Хорошо. Армлетим. Главное, армлет гейминг не забывать. Скажи, еще под тавр за мной побежишь. Ха, все, хорошо. Главное, ребята, армлет гейминг. Аккуратненько, вовремя, в безопасную зону. Переключаем армлет, и у нас все получается. И мы все уходим. Это все хорошо. Это хорошо, ребят. Так, ну что ж. Что делаем далее, ребят? Что нам нужно делать далее? Спасибо за подписочку. Ребят, кто не подписан, обязательно подписывайтесь, потому что это интересно. Мои гайды, наверное, интересны, ребят. Я надеюсь, что вам они нравятся. Гоу, все же возьмем, ребят. Не могу я что-то... Ну, страшно как-то все равно. Надо рейдж размаксить, ребят. Немного не хватает. Легион Лотар, кстати. Хорошо. Опсы. Два стика. Вот ничего, ничего сейчас на меня толком не нажали. Два стика есть. Можно поесть. Я очень нагло сейчас стою, на самом деле. Кидается минус армор. Лучше уйти. Лучше уйти. А зачем ты на меня даст, ты юзаешь? Я думаю, тут, да, может тут легион какой-то быть. Может тут легион какой-то быть. Страшно вруба. Есть страта еще, можно. Зачем я армлет выключил? Я не думал, что он будет. Но он там так и стоял. Но сейчас мой квадрат был. Лол. Мой фейл. Ну внизу все стоят. Только сказал, что меня никто не хейтит. Боже, я армлет выключил. Если честно, думал сейчас... Ну, как обычно. Отошел, включил, выключил. То есть тот тут просто не включил уже. Так, ну что, надо смещаться, ребят, надо смещаться или поставить центр к себе, потому что под легионом сейчас будет некомфортно стоять, потому что он дает дуэльку, и я его, в принципе, убью за эту дуэльку, но вот этот парниша, который кидает крест на 5 секунд, к сожалению, из-за него я не смогу ничего добиться. Видите, как бы такая тема. Дазла надо первого. Дазла надо убивать первого. Как бы тут... Дазла надо убивать первого. Ребятки, что на топе? Два. О, дазла нету, можно тут наглеть немножко. Легион меня не вытащит. Может подамажить, конечно. Ребятки, есть хелпа. Вдвоем, конечно. Гол. Насували.
сувлачная. Эх, да, все равно больно-то, да, ребят? Больно-то все равно. Вроде как бы ничего страшного, а лупит по-страшному. Все же как гадалки не ходи, говорится это дело. Ну я тут заберу ее. Боже, только не ультуй. Хорошо, гоу. Пол хп есть, можно поесть. А, стилит стоит, ластхитит. Нам бы тоже ластхитить, я же лайфстилер. Вернее, просто стилер. Пофиг. Так, кто там? Ага, смотрите, кто есть. А чё, убить можем? Куда ж ты? Боже, опять. Легион Лотарный не контрится. Печально. Печально. Ну, кстати, Е смог остаться, да. Но ничего, тут не его проблема. Вот Лотар не контрится. Ребят, тоже может Лотар выйти. Сейчас в Радиенс не получится выйти. Просто Легион нажимает одну кнопку, я не могу армлетить. Плюс меня при этом бьют. Это очень прискорбно. Ну, вот видите, небольшой контрпик, казалось бы, Легион, который силач. А Найкс очень сильно силачей перекрывает, и он тоже как бы очень много делает. Но я тут занаглел. Ну, кто знал, что он придет сюда? Тоже я, у меня ж нету мобхака, чтобы знать. Сентри, дасты нужны, сентри бы. Сентри бы. Вот петушка на леге. Вот так. Одну кнопку нажал, побеждает. О, на легиона, кстати, гайд надо сделать. Очень легкий гайд будет. Одну кнопку нажал, победил, все. Так, у меня на месте стоит золото, просто на месте. 2000, 2000, 2000, 2000, как не посмотрю, 2000. Типа... Сакрет. Сакрет хочу взять в любом случае, потому что это у нас будет промах даваться. Будет промах даваться, и, соответственно, промахи мне нужны будут. Надо погонять их. Гоу. Я его соло, конечно, уже у него там 80 урона, типа, ну, тяжело будет. Бара. Скорее всего, легион здесь будет. Сейчас идем, 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 бро. Просто побьем сначала, а потом замедлим. Эх, ну вот подсейвливает. О! Го-го-го! Отлично. Хорошо, 3к есть. Вот косарик сейчас за нашу беготню заплатили. Прилично, прилично. Ну, Radiance, ребят, Radiance. Потом далее баш, скорее всего. Потому что нужно Легу все же перекрывать. Олега не любит баши. Под башами он все же не может хилиться. Там очень сильные саппорты ВС сидят. То есть там, несмотря на то, что они... Ну да, ошибаются, ребята. А кто не ошибается? А кто не ошибается? Даже я вон два раза ошибся, два раза сдох. И, соответственно... Они сделают все равно свое дело. Они будут ставить варды, они будут как бы, ну, напрягать. То есть это так и будет работать, ребят. Поэтому, так сказать, будет тяжело. Ну, вот как вы хотели каточку, будет сейчас, будет каточка. Эту катку я отдавать не буду. Кормушечка. Ага, вот она кормушечка, как бы. Вот он дазл, все, опа, и все. ГГ. Хорошо. Вот он ваш дазлик. ОТП-шку делаем. Найкс, о, тут может, кстати, Лего. У него Blade Mail. Я могу сам себя убивать. Если рейдж не нажму. А я рейдж могу не нажать. Могу не успеть. Просто прогулять могу. Фазами себе скинул. Ой, фазами. Армлетом скинул себе. Так, Open Wound берем. Берем Open Wound в троечку, увеличим немного дистанцию. Так, ничего я не взял себе, к сожалению. Так, ну надеюсь, если что, держу кнопочку на R. Все, Go Sacred есть. Хейст. Go с хейстом немного побегаем. Так, что там? Очень много крипов на миде, прям так вообще аж. Оп. Оп. Крипов фармим. Делаем вид, что мы очень страшные.
Боже, сколько крипов на миде я подфармил. Сейчас это кайф. Просто взял руну и пошел на мид. Дазла нет, дазла тут не убить. Его подсейвит сразу ему пресс-атак нашли на лицо. И Лего, кстати, может в наглую на любого занаглеть, и он живой останется в любом случае. Знаете почему? Потому что, как бы, смысл такого, что дазл подсейвит. Дазл подсейвит. А вот сейчас он, если поймает... Хорошо, далее. Далее. Хорошо, 2х. Го-го-го, вот этого пацана. Братишки. У него нету дуэльки. Боже, как же он дамажит. Хорошо, в таверну. Отлично. Есть Radiance. Так, а что герой обходит? Вот вам ваш Radiance. Бегу, бегу, бегу. Бегу, 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 братка. Бегу, несмотря на то, что ты всех там на УЗ или на КЗ там материшься. Но... Хорош, хорош, я помогу. Зачем форс? Хорошо. Сам себя убил ЕС. Но ЕС там матерится там по-страшному. Эй, там, ами там. Все такое плохое, ребят. Не, ну, не ведите себя так. Некрасиво все же, ребят. Все же некрасиво. Го вот сюда на топ. Пошлем. И вот здесь, ребят. Пошел Radiance 1700. Засекайте. 22 минута 1700. Поехал фарм. Поехал фарм. 1700. Плюс взяли иллюзию. С иллюзиями. Поехала. Так. Нет, гоу сюда. Сюда, гоу. Туда надо бежать срочно. Хорошо. Сюда, здесь крипчиков принимать будем. 1700. 200 уже есть. Отмочка. Можно одного крипчика забрать? Нет, не дает, к сожалению. Башек дальше. Отлично, вот так вот. Хорошо, там хотя бы деда забрал. Ах ты хитрюга. Нет, это гайд, бро. Это гайд, это не стрик. Так, и пока там АФК идем, можно тут немного потворим. Опа. Хорош. И Барри еще сбил. Изи. Ну, увидите, уже тяжело Леги, да? Тяжело, сейчас он бил другого, я вгрызся тоже и жду, жду ЕСа. Хорошо. Мунлайт, вырубим рейдик. Рейдинс. Вот этого пацана надо, бро. Не успеет. А-а-а, найс. Хорош. Сейчас игра интересная. Прям мне нравится, как сыгрываемся. Нравится. Но дазла надо, конечно, в первую очередь, ребят. Так, 3700, ребят. Прошло совсем немного времени. Уже есть 3700. Вот вам и Radiance. Побегаем в крипе? Хотите, чтобы в крипе побегал? Типа от леги, знаете, такой сейф. И фарм, и пуш. Заберем тавер, быстренько уйдем. Так, лего реснулся. Если сделает ТП уже, может... Страшно, надо быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Уходим. Уходим. Заюзаем даст и все, убежали. Б-б-б-б-б-б-б. О, вот он поймался, наш соколик. Ну, блин, бедненький. Ребят, гоу башек. Без баша тут никуда, потому что... Там как-никак чел, который башем контрится. Опа, Найкс. Найкса бежит, да? Ага, все, я понял. Так, ну что, отводим крипчиков. Даблкил делает. Отводим крипчиков. Нет, это инвокера, личный курьер. Так сказать, Delivery Club там или что там. Вот эту штуку. Слушайте, ну легиона нет. Я подозреваю, что он может сюда прийти. Но я сейчас, если что, кнопку на рейдж держу. На рейдже держу кнопку. Ребят, пора продавать топорик. Топорик продаем. Хорошо, гоу так хотя бы. Цемочка. Опа, это чревато. Рейдж успел нажать, главное, и все, этого достаточно. Опа, вот этого пацана, вот это. Иду, братишка. Давай, давай, давай.
Башик, пожалуйста. Плохо. Это мне ГГ тут, скорее всего, сейчас будет. На мне яд. Да, на мне там все, там яд. Первый спел у него очень-очень некомфортно дамажит. Он, по-моему, он прям именно вот точечно дамажит. Страшно. Уф, сало еще. Дазла надо контрить. Если дазла не законтрим, ничего не получится. Но я не знал, что бар на меня бежит. У них вот здесь вар где-то стоит. Это вард стоит. Ес не убьет. Мало крипов. Мало. Но вот это уже катка поинтереснее. Не то, что изи каточка, знаете, такая. Тут прям поинтереснее играть. Дазла. Дазла. Не успел. Прикиньте, не успел. Он мог с Юла его все равно добить. А тут он Юл дает ЦМ-ки. Хорошо. Но немного в тайминг не попадает. Но все равно нормально. Нормальный врыв прыгает у нас под ма, дает Starfall. Starfall он просто умирает. У нас ЦМ-очка и все. Это изи катка. Это изи каточка. Так, ну что, возвращаемся. Блин, у меня так пыльно, если честно, на столе. Это жесть. Я прям смотрю и офигеваю. И причем каждый вечер протираешь, и пыль откуда-то берется, непонятно. Так, берут Рошану. У нас Легион. Смотрите, какой заряженный Легион. 12 на 5 отыгрывает. Ну прям, как я прям пытается отыгрывать. Прям страшно, вырубай. Так, ну что, возвращаемся. Че, погнали в крипов? Угу. Вот он. Вот он, вот он. Наш мегакильный. Парень, ну, будет интересно его душить. Будет интересно. Так. Будет интересно с него играть. Прям душит, знает, что одну кнопочку можно нажать и побеждать. Залазим. Побежали. Мозгонавтер включаем и полетели. Все, хорошо. Полетели. По низу пойдем, как раз крипчиков подфармим. О, Скади там. Нифига нафидился. Скади это плохо, он очень жирный. Так, со сплэшем сейчас будем бить. Тыщ. 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 Бах. Бах. Радиенс просто запиливает. Хорошо. Хорошо. Хорошо, добиваем 2к, есть, можно поесть. Будем сейчас пользоваться такой стратой, потому что по-другому, ну, очень тяжело будет. И надо какой-то дагер что-то такое сделать, ребят. Отлично. В чем примечание, меня не смогут законтрить в этой форме. В плане дуэльки там и прочей всякой хрени. Так, Легион прыгает, ну да, фармится. 200 дэмэджа у Легиона, ребята, это становится проблемкой. Дазла надо. Дазла, дазла, дазла. Если дазла не убиваем, я лечу. 522. Лечу волосы, крылья назад. Лечу крылышки назад. Там ДД, он под ДД там душит. 300 дэмэджа, я не знаю, какой смысл. 300 дэмэджа. Я еще иммунитетный, типа. Мне вообще плевать. Гоу леса фармить. Знаете, что нужно сделать сейчас будет? Скорее всего, Silver Edge собрать, потому что там пассивка. Пассивка у Леги. Опа, бара набежал. Скорее всего, сейчас придется вылазить с крипа. Что надо дефиться. Кого убежать? Деф. Деф. Ну, я бегу. Фиссурку там надо читать. Ну, ломают нам, смотрите. Ломают, молодцы. Дазла надо. Врывается ЕС у нас, хорошая фиссура, отлично. Бежит у нас тут Найкс. Доходит Найкс у нас тут. Можно я тебя убью? Хорошо. Будем душить пацана два раза. Отлично. Хорошо. У меня уже ульта откатилась там. Гоу купим. Абиссал. Абиссал покупаем.
Надо, ТП-шка есть, сплитпушим. И все. О, еще раз. Гоу. Сколько? 60 секунд. Ну, тогда забираем. Отходим. Сентри надо от леги. Сентри от леги. Ставьте. Будет все огонек. Я его загрызу, я его за рейдж могу загрызть. В принципе, сейчас еще молнию возьму. Или кирасу, я не знаю. Сейчас посмотрим, что можно будет взять. У меня не хватает мобильности сейчас. У меня по айтемам не хватает сейчас жесткой мобильности. Я не быстрый мобильный. Я просто интернет. Хорошо. Отлично фармится. Кого на бот там? Кто там фидит на топе? Инвокер? Ничего страшного. Ничего страшного. Лего меня убьет, если возьмет, нажмет кнопку на меня, нажмет БМ и все, я умру. Вокер с фардами ходит, но не ставит. Это страшно. Сильвер Эйджа можно сделать, ребят. Прям нужно, я думаю, потому что без Сильвер Эйджа, конечно, будет... Слушайте, у него дуэлька есть. Лол. Сентрик есть, все хорошо. Не знаю, есть он там. Знает, что там в центре есть или нету. Он бы, наверное, забежал в наглую. Нет, не ловит Б. Куда ты идешь? Он просто под тавер идет. Фейк Маша какая-то. Тут надо уходить, ребятки. О. А, иллюзия. Блин, я забыл, что он такое сделал. Забыл. Ладно, мой косяк. О, так он нифига ТП не сделал. Лол. Так он тут. На дазле. На своем. Он тут на своем дазле. Сейчас бара, там все прибегут. Дазла надо убивать. В крипа засадить. Блин, печалька. Б. Пятером надо. Лего придет сейчас. Ес, давай работай. ГГ. Не победим сейчас ту драку. Хорош, победили. Хорош. Стой. Отдай сало. Хорош. Отдай сало. Спасибо, Рубик, что подсказывает. 3-3, дай ему 3. Я сам под тавр бежит, умирает, дает дуэльки. Хорошо. Так, далее. 5-100 на кармане вебмани. Это значит что? Мы можем купить Silver Edge, который способен отключить пассивку Леги. А можем сделать Кирасу, который даст больше защиты нам в случае, если меня будут пытаться контрить. Но у меня не хватает мобильности, ребят. Быстрости, мобильности. Гоу купим, наверное, Кирасу. Блин, такая дилемма, да? Что купить в данной ситуации будет профитнее? Или отключить ему пассивку плюс мобильность. Будет у нас мобильности много. Или же взять Кирасу, так сказать, на дальнейшую. Мне кажется, гол мобильность. Я с мобильностью, наверное, не прогадаю. Лотар, все, я решил. Сильвер Эйджевич будет. Лотар Сильвер Эйджевич сделаю. Все, я решил. Для себя. Я решил для себя, что это будет Сильвер Эйдж. Я смогу найти дазла, вгрызться в него. И все. И никаких проблем не будет. Сильвер Эйдж. Ой, что я купил. Боже, даун. XBSS, все есть. Шейк один. Один шейкер у нас. Хорошо. Мне кажется, сейчас тут может легион прийти. Все, гоу, отходим, Б. Лего сейчас придет. А, центричок есть, все, можно поесть. Так, есть сервируха. Я не прогадаю, нет. Я не прогадаю. Дазла, дазла или легу найти. Блин, еще бы инвиз бы какой-нибудь, да? Ой, инвиз. Кираса next там будет. Будет пока что по классу. Опа, смотри. Ты что, с догоном, с лотаром там?
С догоном, с лотаром. Дазил. Дазил. Го дазила. Перекроешь? Хорош. Сейчас будет файт. Не будет файта. Сейчас Лего такой вылазит еще, да? Классно будет. Го-го-го-го-го, сноуболим, сноуболим. Это называется сноубол. Два по одному начали. Есть. ХГ. ХГ изи забираем. ХГ изи забираем. Сноуболим просто и все. Отлично. О, хороший сентричок, чтобы видно было. Найс, все, сентрими заложились. Пушим просто и все, у них тут шансов нет. Там минус мид. Жалко. Я умер тут стопроцентно. Печалька. Эх, если бы он дал фиссуру, а не ждал, стоял. Подловил. Но подловил он меня просто на изи. Просто на изи подловил. Я в БМ убился просто. ГГ. Но фиссура бы, я думаю, зарешала бы. Я очень быстро там бью. У меня все было, у меня абиссал был. Но я сейчас на самом деле тупанул. Вот тут, когда в крипах я зажал. Тут просто проблема такая, что фаза, у фаз условие такое, что если ты нажимаешь какую-то кнопку, то фаза сбивается. Я, соответственно, нажал кнопку, заблочил себя крипов. Могли сейчас спушить, но моя ошибка, безусловно, была. Ну и ЕС. ЕС мог дать фиссуру. Мог. Но не удалось. Ничего страшного, сейчас перебазируемся, выиграем драку. То есть, как бы дота это, так сказать, генерация ошибок enemy и союзных оппонентов. И вот, соответственно, исход. Возможно, что-то сейчас, так сказать, ну, у легиона сейчас нет байбека. Тоже, несмотря на то, что он засуетился об меня, у него сейчас нету байбека. Но там сейчас будет Рошан. От ХГ. От ХГ. Го. Чарошу заберут они. Опа. 16 секунд. Но ЕС будет, походу, прыгать, да? Ну, без вижена прыгать такое себе, на самом деле, бро. Серьезно. Нет. Нет, без вижена прыгать. От ХГ, го. Го ХГ. Ну, он, походу, решается прыгать. На водоту хочет, ЕС. Ну, давай, я тогда прокомментирую. ЕС, стоит. Стоит ЕС. Что-то хочет сделать. Нет, прыгает Легион. Ой-ой-ой-ой-ой, как опасная ситуация. Залетает Ару от потмы в Легиона. Легион старается жить. Легион-то живет, понятное дело, ЦМ-ка дает косту. И все равно ультимативная залетает на ЕС. Не знаю, имеет ли смысл туда идти, но я побегу. Я побегу и буду драться. У меня нету байбека, да, но я все равно побегу. Нету байбека, но я побегу. Нет, я не побегу. Все, нафиг. Б-б-б-б. О, а так можно, да? Законтрим. Сюда за крест повесил. Страшно, врубай. Ты что дерешься, дурачок, что ли? Тебе жопу засейвили, а ты дерешься. Опа. Рейдж есть? Будет рейдж? Будет рейдж, хорошо. Да что за хрень? Дай залезть. Как же меня контрят, боже. Толпой просто контрят. Страшно, вырубай. Меня толпой просто там насилуют. Я не знаю, я зашел в инвиз, но типа ничем не помогло абсолютно. Зашел в инвиз, абсолютно ничем не помогло. Печалька. Дазла надо контрить. Дазл крест кидает. Я двоих сейчас убил просто по факту. Но Дазл сейвит всю эту контору. Боже, как же Дазл сейвит. По-страшному, ребят. Молния в таких моментах очень сильно нужна. А что, ЦМ-ка идет умирать? Или не идет? Гоу. Хилинки блейды. Ну, 42 секунды до леги. Этого достаточно. Опа, дай залезть. Ладно, стоим на месте. Сейви, 20 секунд. И Рошана гоу. 12 секунд стоим. 10 секунд от раптуры. Гоу Рошу. Я без байбека. Я заберу. Я без ББ. Хорошо. Че, гоу в эншента залезем и погнали по миду. Так, гоу в эншента залезем и погнали по миду.
Эх, блин, они тут такие лохоповые, если честно. Тогда вот в Enemy Ancient залезем. Гоу. Страта, страта, страта. Побежали. Мозги, где мозги? Мозги, мозги. Хоткей, ненавижу там искать, там постоянно хоткей меняют. Ой-ой-ой, как же долго это все дело. Лего БКБ нажал. Так, ну что? Кошмарим, пацанов. Кошмарим. Дазл кинул ему крест. Отходим. Вот ЕС, как обычно, врывается, типа, но... Гоу, я помогу. Деремся. Убью. Не убил, но резну сейчас. Резнусь. Минус 2 будет? Да что ж такое-то, убьете хоть одного? И я резнусь как раз в сало, понимаю. Хотя бы тавр забрать надо, что за дела? Удушить тэшку, да боже, глиф еще. Ты серьезно? Все, есть. Таверн. Отлично. Лего 50 секунд. Топ не снесем. Жаль, что только мидлейн снесем. Это очень плохо. Кираса, чего нам не хватает? Линку можно сделать. Гоу, пушим, уходим. Нифига, я там просто на динозавре бегу. Чисто, я и так, можно сказать, и по фаново, знаете. Бегу на динозавре и, можно сказать, и посерьезу. То есть, ну, в динозавре я, так сказать, неуязвим, можно сказать. Они кошмариться будут. Крипчиков, главное, можно так толкать, и тут достаточно. Сейчас еще резнутся, еще залезу, побегаю, пофармлю. Типа, реально, легион тогда не может дуэльку на меня дать, это очень хорошо. О, отличный крип. Какой ход кей? Р, контроль. Поехали. Сейчас будет у нас динозавр с кирасами. Боже. Слэм, френзи. Есть кираса. Побежали. Яру, боже. Яру, как же это... На У, нифига себе, на У. Как я вам должен это на У все юзать? Серьезно. Ребят, у меня нет байбека. Это очень плохо. Гоу на байбек немного подфармим. В лесочке. Типа проблема в том, что у меня сейчас нет ББ. И реса. И надо команда, чтобы вместе была. Чтобы не умерли. Тут проблема только, если Рубика кого-нибудь сейвить будем, то ГГшка будет. Чё по ботам у нас там? Кого убили у нас там? Инвокер. Чё страшного, гоу. Френзи на себя только вязать можно. Гоу, пушаем. Наркоманская тема, типа. Но тем не менее. Так, по топу идут, да? Ну, гоу, я по низу пойду, мне плевать. Разницы нет. Все, развели на ББ. Ой, на Б. Б, Б. На ТПшку развели, этого достаточно. То есть я, у меня и был такой план. Бегать в динозавре это круто. Потому что мы неуязвимы. А я могу на кого-нибудь на союз? Вот почему она таргетная, если не могу на союзника кинуть? Типа я это обозревал еще, когда гайд на Чена делал, но типа это до сих пор остается загадкой. Я раньше успел нажать. Ой, Алёша. Вот так вот, а. Чё, гоу? Ару просто, или. Успел рейдж нажать, главное, и все. Главное, рейдж. Все, засолировал эту катку. Найс. Главное, дазл убить. Не знаю, почему он тут стоит, дазл. Братишка, позиционочка. Тем более тут вард стоял. Видимо, он стоял, только хотел вард поставить. Братишка, на дазле. Ты хорошо играл, но... типа, блин. Позиционочку держи, брат. Реально, позиционочка очень сильно сейчас решила. Мы могли не зайти на хайграунд, но ты умер и заходим.
Рили. У нас уже 14к почти. Спасибо, ребят, кто подписывается, кто следит за моими гайдами, за интересными играми, так сказать, вам респектовочка. Реально, спасибо за вашу мотивацию. Ну, такая катка, мне кажется, можно за нее лайк поставить, знаете, не сильно такая энергичная такая, не сильно жопораздирательная катка, но такая, знаете, все равно интересная. Интересная. Братишка, я тебе покушаю. Боже, как я его кусаю за ножку. Гайд. Стрим 19 по МСК. Летай. ГЛ. Ребят, ну вот такая вот катка на Найксе. Засолировал, можно сказать. Ну, такие айтемы посерьезнее сейчас собрал. Ну, как засолировал? Были шансы проиграть. Но видите, как позиционка решает? Сейчас ошибка была очень сильная от, конечно, Легиона. Он законтрил такие-то вот динозовера. И я успеваю... Я просто сижу... что я вылазил, сразу даю рейджа и пах ему просто по лицу. Ребят, ну вот такая катка на Найксе. Надеюсь, более чем она будет вам понятна. В принципе, игра на Найксе. И, соответственно, это все, ребят. Спасибо, кто подписался. Спасибо, кто ставит лайки. И всем до скорой, ребят. С вами был Азиз. И давайте, ребят, не болейте. И главное, не болейте. И цените близких и родителей, кстати, ребят. Вот это самое важное. Все, давайте, ГЛ.